секонд-хенд – это несерьезно, значит, вы ничего в этом не понимаете. Секонд-хенд – это не только ношенная одежда, но также уцененная или непроданная в срок в магазине. Это огромная витрина вещей самых различных стилей и направлений. Главное преимущество сети магазинов «Мегахенд» – большой ассортимент европейской одежды, которую отличает эксклюзивный дизайн, оригинальный покрой, натуральные материалы. Настоящие модники признаются, что посещают секонд-хенды, потому что считают их кладезем необычных вещей. «Мегахенд» – это стильная, качественная и недорогая одежда для всей семьи. Большой ассортимент мужских и женских вечерних туалетов, свадебные наряды, рубашки, брюки и костюмы, теплые мягкие свитера, джинсы, платья и многое другое. Здесь можно встретить людей с высоким достатком и запросами к качеству и стилю одежды. Звезды отечественного шоу-бизнеса – частые гости магазинов «Секонд-хенд». Для молодых людей увлекательная охота за модной и необычной одеждой из Европы превращается в увлекательный вид спорта. В магазинах «Мегахенд» представлена гибкая система скидок в двухнедельный цикл продаж. Полное обновление товара происходит каждые 14 дней. Первые два дня вещь продается по начальной стоимости. С третьего дня выставления товара на прилавке цена начинает снижаться. Каждый новый день недели – минус 10%. В конце распродажи можно купить привлекательную и практичную вещь за смешную цену со скидкой 90%. В магазинах «Мегахенд» можно найти коллекционные вещи и товары ручной работы. Купить здесь одежду – значит приобрести действительно стоящую вещь, которая прослужит долго. «Мегахенд» – это одежда из Европы для всей семьи. Одежда для людей, которым нравится одеваться модно и разнообразно. Мы уверены, что из магазина «Мегахенд» без покупки вы не уйдете. Магазины «Мегахенд» расположены по адресам: город Чебоксары, гаражный проезд, дом 7, Хивешский рынок, второй этаж, проспект Максима Горького, дом 6, цокольный этаж, город Новочебоксарск, улица Винокурова, дом 46, торговый центр «Континент», цокольный этаж. «Мегахенд». Покупайте вещи легко и просто.